Всем привет, с вами Кемпер Поп, и это наша карта, которую мы будем проходить. Только дальше не на хардкорде. Но на хардкорде мы будем проходить чуть-чуть позже. Зачем нам сразу на хардкорд переключаться? Стойте, подождите, у меня что-то заглючило. В одиночном режиме, не в сетевой. Зачем нам сетевая? Мы можем в одиночную поиграть самим. Черт. Что у меня так зависает? О, блин, он у меня все сначала скинул. Да, это мой тупой компьютер. О, грибочки. Сделаем потом супик. Но я в этой серии только покажу, как бы, можно сказать, самый большой трейлер. В мире трейлер был большой, типа, думаю, поселимся мы под землей, вы не против? Если под землей поселимся, вы напишите в комментариях, согласны вы или нет. Я сам не знаю, где мне поселиться. У меня много вариантов, где поселиться. А не под землей лучше не надо. Под землей не надо, там будет дофига мобов. Лучше не над землей. Так, у меня 8 дров уже есть. Я собираю-ка я грибочки и пойду, можно сказать, типа в путешествие. Будем путешествовать. О, Хрюша. Назову тебя мясо. И мясо, которое сейчас я съем. Не прямо сейчас. Сперва буду жарить. Вот тупая свинья. Даже залезть на блок не может. Стой, куда, блин? Куда ты убегаешь? Тупая свинья. Я сейчас деревом зарублю. Дерево? Да где ты есть? Убегаешь? Ну ты быстрая свинья. Осталось теперь только ты, и там еще свинья в воде. Ну то, что свинья в воде, я не буду убивать, она ее жалко как-то. Но я тупая, даже вылезти не может, так ее еще убивать я должен. Не, ладно, хай живет. Нарублю-ка я еще дров. Построим где-то домик и будем жить. Блин, мне показалось, там уже яблоко лежит. Блин, это что ж такое? Меня сбивает. Так, вот. Еще одно дерево срубили. Ну, сделаем верстак. Блин, я не знаю, где мне лучше поселиться. А, все, придумал. Поселюсь не на земле, а поселюсь не под землей, поселюсь на дереве. Кому-то. О, еще грибочки. То, что надо, блин. Немного супиков сделаю. Блин, только мухоморов нет. Да. Так, опять сколько здесь свиней. Так, вот тут свободное место, тут будет у меня типа парк, так бы сказать. О, вот тут будет типа такой входик. Потом ступеньки сюда еще поставлю. Ой, блин, лишний блок, а хотя хай стоит. Время еще тратить на его убирание. Зачем мне это? Так, тут будут стоять двери, которые я сейчас же сделаю. Так.
Надеюсь, сюда мобы не будут залазить, мне двери вызывать. Так. Что, я считаю красивый домик. Если что, в комментариях напишите разногласия свои, я не против. Я тоже так считаю, что чуть не так сделал домик по-тупому. Зачем на дереве? Ну, а хоть в тесноте это не в обиде. О, яблочко. Круто. Хотя нет, круто устроился. Ломаешь листья, и яблочки выпадают. Ну, вообще офигенно. Как бы так всегда было. Так. Думаю, достроить домик. Чуть-чуть ресов добуду, а хотя не, ресы буду в другой серии, в следующей добывать. А в это я только домик буду строить. А хотя за углем, я думаю, схожу. Блин, как же лучше залезть? Так. Блин, у меня уже блоки кончились. Слава богу, я чуть-чуть этих нарубил. А, есть идея. Вот такая вот. О, я же там даже чуть блоков сэкономлю. А, не сэкономлю. Вряд ли. А, не сэкономлю, даже чуть больше будет. Так. Так. Ну, а тут будет окошко. Думаю, все, домик достроим, все. И конец серии. Так. Еще чуть-чуть. Ой, блин. Черт, так вот еще ж дерево. Блин, да что ж такое невезучее. Все забываю. Так. 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 В комментах пишите свои разногласия и не против. Ой. Да, мне блоки позарез нужны, уже не хватает. Вообще супер. Супер-пупер вообще. Можно сразу. А чё? Построю сразу. А, вот еще блок. Хоп. Поймал. Не, вот тут у тебя блок сниму все-таки, а то мне не хватает. Я могу ее записывать только по 9 минут. К сожалению. По 10, то есть. О, дизайн мы будем оформлять в следующей серии. Я сейчас ставлю туда только верстак. Свинья, хотя заходи. Блин, зараза. Убери свою голову. Ладно, мы тебя, свинья тупая. Ладно, всем пока, с вами был Кемпер-Поп, всем удачного дня и мне удачных лайков, всем пока.